Это возможность молодых ребят и девушек приобрести опыт политической работы. Самое главное, что здесь будет возможность пообщаться с политиками разного уровня, и любая инициатива будет поддержана. Поэтому я приглашаю всех, всю молодежь Псковской области участвовать в данном проекте, и у вас появится возможность в будущем стать политиками и уже непосредственно самим организовывать политическую работу в нашем регионе.